На выставке, посвященной известному океанографу, изобретателю, писателю, отцу акваланга Жаку Иву Кусто, подводный мир показан во всей красе. В экспозиции представлены образцы подводного снаряжения прежних лет и современные средства подводного плавания. Фото и макет судна «Калипсо» и фото турбопарусника «Алкионы» изобретений Жака Ива Кусто. Подумав и поразмыслив, мы пришли к идее создания такого проекта, который был бы полезен подрастающему поколению и для более взрослой аудитории. Напомнить те счастливые, те радостные моменты, ощущения, которые вот мы все испытывали уже в нашем детстве после просмотра серии «Подводная одиссея» команды «Кусто». Выставка интересна еще и тем, что на ней рассказываются малоизвестные факты из жизни путешественника. Например, в 1956 году наш герой сухопутно пересек практически весь Советский Союз с Дальнего Востока, где его списали по состоянию здоровья, с военного корабля на берег, до западных границ. От нашей страны Кусто был в восторге. Также в экспозиции есть фото и кинодокументы, печатные материалы советского и российского журналиста Владимира Кривошеева, принимавшего участие в первом испытательном трансатлантическом переходе «Алкионы» из французского порта Ла-Рошель в Нью-Йорк. Ему выпала честь стать единственным представителем нашей страны, который когда-либо входил в состав экспедиции «Кусто» и непосредственно общался с ним длительное время. Сам участник экспедиции расскажет об этом плавании через Атлантику чуть позже. В феврале в рамках проекта запланирована встреча с Владимиром Кривошеевым. Выставка будет работать до 28 февраля. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».